Да, нормально. Нормально, да? Почему не всех? Кто ФК сразу меняет? Белин плюсовал, но и для него места нет. Да что-то я забыл про него. Чё, а чё, флямба и всё? Покикнули. Пока. Давайте пати. Он Белин в Даваре не сидит. Такой. Динамонический союз, извините, увеличивает силу заклинания. Сила заклинания увеличивает магию. Но там написано же другое. Там написано урон от заклинания. Перевели неправильно, тут все перевели неправильно. Тут клиент на этом сервере вообще переведен как попало. Вместо названия аксессуара «Жизненная сила владыки мира» тут почему-то «Тринкет слепого поклонения» называется. Хотя должна быть «Жизненная сила владыки мира» называться, понимаешь? Поэтому... Владыки мира же на Альянсе вроде, не? Нет. «Жизненная сила владыки мира», она называется и в Альянсе, и в этом одинаково всегда называлась. Не-а. Да. Это выбор по-разному и утешение. На Альянсе по-разному называется все. Не все. Нет, не все. «Жизненная сила владыки мира» одинаково. Но какая разница, если ее все равно нигде нету вообще? Какое-то слепое поклонение, как будто тут леди ссылка стоит. Поэтому... Чё, расплод давай? Да. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Не забирайся меня. Когда скажу капку, да? Давай каплю смотри. Баски с близнецами и чудовищами, кислотной утробой и жуткой чешуей. Так, твой левый. Все бьем правого. Когда кинется токсин, бежите ко мне к звезде. Сразу, чтобы я до вас далеко не бежал. Прибивайте, варить, просто забил. Желчь есть поближе к черепу, встали все. Бегите сами ко мне. Все прошло. Так, зеленый еще есть? Сейчас снимем. Тут еще есть зеленый? Друид. Райвермен. Перед мордой не стоит. Ой, забирай у меня токсин. Ничего страшного, отбивать. Папа, можешь снять.
настоящего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Вон там дракарис игрока. Видишь, что тебе пишет в рейд? У тебя прицельный выстрел первого ранга. Ты что, у тренера не был? На 80-м максимально 9-й ранг. Не из-за тренера это. Иди в книжку, посмотри, там у тебя заклинание. Поменяй на 9-й ранг. Прицельный выстрел. Прицельный выстрел, да. Качался, наверное, в Сурве или в Боэме. А потом выучил и не выучил. Ну, в смысле, вставил талант и не выучил тренера. Из-за дуал-спека происходит. Правильно, потому что до этого момента, до 80 уровня, ты вообще его не учил, потому что в другой ветке качался. Нет, правильно? Он может его учить, но он может не обновить во втором спеке, понимаешь? На панельке только, а так оно обновится, да, в книжке. Да, да. Книжки обновится, на панельке не обновляется. Типичная проблема дуал-спикера. Ну, что первого уровня, это, конечно, я такое еще не видел. Добрый день. Сейчас великий... Че, Славик или ему не дамажит, да? Я четвертый по дамагу, еле надамажил. Наверное, следующего мага создам. Хера себе, 6200 или... Че у нас ДК? А че вы там сидите, если сейчас будет эти чемпионы? Почему? А, бля, что я забыл, да. Грозный демон. Короче, присты в топе, причем все. По дамагу. Сейчас маг будет. Получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Да как что говорил? Тебя погубит твоя самоуверенность. Не знаю. Быстрее, герои, расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Перед вами Шарацус, эредарский повелитель пылающего легиона. Я вашу душу маку. Вот
сорян, вышки залагал, блядь. На метку, прям. Поставите шкаф, смотрите, без стамп. Видит Билфорд, да не попался, весьма трагично, и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Опять я четвертый по дамагу. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. А ты пятый, ты после меня. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. У кого спектакль еще есть? Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Так. Я буду держать рогу. Я Вара. Ты Вара. Дыку еще надо. А дыку будете контролить. Значит, контролить будет его копытца. Корни. А вихрь. Значит, лог. Так, ну че. Так, остальные коты. Два кота. Значит. Кот, который в третьей пати, будет давать вихрь и станы поочередно Фулипалу. Кот, который... Кто у нас тут? Кот, который в четвертой пати, станы и вихрь поочередно треугольнику. Значит, бить будем звезду. После звезды кружок. А потом кого-то из лоб посмотрим. Или сову, или ДК, череп будем бить, там посмотрим. Все, чекнем. Предлагаю по скиллу влететь вместе с танками. 6 престов и все фир дать. Это будет жестко. Они все уйдут от нас. Теперь старайтесь. Что, потом фир ему заработали, что ли? Старайтесь одновременно не сдавать фир. Ну вот я сейчас ворвусь с танками Фирда. Все, поехали. Повидали? Они в Фире 5 секунд. Почти звезду все. Звезду притяните в себе в рейф и бейте звезду сейчас. Сильнее бейте. Кого следующим я забыл? Кружок. Это хан. Блин, не видно его. А, вижу. Так, мне эфир откдшился, на тебе. Контроль по черепу давайте. Станы, оковы, эфир. Как кружок убьете, начнете череп бить. Килам, коты, контроль. Вихрь, станы поочередно. Контроль типа упала там. Вихрь тоже может кинуть, какая-то сова, например. 6 престов, каждый по фиру, там по очереди, и все. Тут у меня сейчас откадешился, сейчас сдам. Он хилам дал фир. Добивайте быстрее, бейте череп ДК. Нужно подойти поближе. Пидорас сбежал от меня. Забудьте.
квест заберите. Ресты диспельте. Отойдите от крестика на другую сторону. Уйдите отсюда. Фир даю. Опять я дал фир. А чё вы не фирите? Это ж ПВП. Фиряем. А ты ж не а тем фиришь. Жашмас фиру пристроил. Ты на локе. А зачем вы шакула бить? Раздаю в косноязычие. Пока. Да. Просто понимаете, грех не пользоваться этим, когда в рейде 6 престов. Давайте, ну, да, треугольник добивайте. Что ты здесь делаешь? Сломался, что ли? О, это паладин, да? Беги, малышка, беги. Наконец-то убил его Питер, блять, паладин какой-то. Бегал, сука, крыльями и бил Вара. Хуело. Не ругайся. Ивана скрипни, материтесь, я скажу. Плохо, конечно, что ты так сказал. Паладин, ты в РК слышал это? Ну, раз он не в РК, наверное, его кикнем и все. А вы про игрока паладина? Просто я тут сижу, мучаюсь за ним, бегаю, хочу нагреть, отвести, а он сидит и бьет его такой с крыльями. Все понятно, он уже покинул рейд. Я думаю, вы не знаете, кого бить. Давайте звезду поставлю, бейте все звезду, остальных фир. Звезду быстрее убивайте, станы раздайте, советам всем этим пидорам. Билану в вихрь киньте, ее нахилит. Так, кто там у нас остался? Вот месяц бейте. О, Локи красные вещи вешать. Маны нету. Мас диспел, пожалуйста, присты. Там маны не было. Ну, у вас так много, читайте гимны, не бойтесь. Я зависла. Это у меня бар оружие снял. Вот падла. ПВП. Все, бейте вару, не уменьши хп. Он даже вешает. Этот вар вешает раскол лучше, чем некоторые игроки. Да, реально, он держит ракол конкретно. И раскол аналоги, блин. Тогда на Харли такого, блин, не дождешься от трех варов. А он один, три раскола. До самой смерти. Ты честно, мы их что-то очень долго били. И опять четвертый, представляете? Весь рейд, иду четвертый по дамагу. Как так? Великие воины. И ради чего? Истинная опасность. Бьерн, пора повыше подниматься, а то четвертый, четвертый. Но когда фулбисовые 6500 присты против меня, у меня 5-9. Ну да. Главное по жизни не быть четвертым. Остальное фигня. Ману есть сначала, ребят. Какая мана у нас? Куча гимнов. Все, поехали. Гимнов маны нету. Во имя темного повелителя, во имя короля лича, вы умрете.
чат, притворись. Притворись мертвым. Меняйте на чёрт. Не хочет. И бейте. И бейте. Тоже ты мастерство. Быстрее бейте. Быстрее бейте. Каст. Чат, другого бей, не эту, другую Вальку. Опять четвертый. Или нет, или это суммарно. Нет, шестой. Опять. Запустите босс. Да, уже шестой. Запустите босс. Блять. Он сам запускается. Лемон 6.2.14, блять. На втором месте. Пиздец. Крис 5.9 на шестом, до этого на четвертом. Испытание, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я заслуживаю смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Ну, к вашему сведению, 10 фуловых ШП, у вас зарылись 2 жука. Мне кажется, у вас что-то неправильно там с ротацией. А у нас нету фуловых, только варенька. Вам об этом говорить надо, я не понимаю. Давайте еще этих не будем. Обещал, господин.
после залива. Жуков заливаем. Быстрее, Жуков. Сторонка не держать. Михин теряет, Михин два танка. Тулеприст поддержит отметки. Хватит кастовать ПЛ, это шаман. Все, ничего не говорю больше. Не выпало ни одной тренинг. Так, на ИП заходим. Я снова четвертый по урону. Пипец, это дает. Ну, быстрее рульте давайте. Бля, ты что ты начисляешь-то, если, бля, заходи? Кто заходит? Блять. Хуя кто заходит, бля, я же говорю. Обычно чекают, типа, все зашли там, бля. Ты не можешь посмотреть, зайдет количество человек в рейде, что ли? Не знаю, не смотрел. Надо сначала посмотреть, потом уже начислять. Ну, я спросил, кто заходит сейчас. Блять, ты не спрашивал, ты сказал заходите на ЭП и все. Не спрашивал, тут заходит, не заходит. Я вот сидел, ждал, пока разродится чертеж ебаный. У меня на престе такое ощущение, что ЕП не добавили, а наоборот урезали.